Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN, и в сегодняшнем видео я хотел бы обсудить с вами такой вопрос, или точнее такое явление в нашей игре, как чек аккаунтов. Бессмыслица просто неимоверная. И сейчас я попытаюсь объяснить, почему я имею именно такое мнение по данному поводу. Давайте сразу разберемся с терминологией. Что такое чек аккаунта? Чек аккаунта — это когда один человек смотрит аккаунт другого человека и высказывает свое, скорее всего, экспертное мнение по поводу того, что он видит по статистике игрока в нашей игре, ну и, соответственно, дает какие-то свои рекомендации, каким образом данную статистику игроку поднять. Так вот, ребят, недавно я стал свидетелем того, как на прямой трансляции один из именитых ютуберов, и слава богу, что он был хотя бы не на моем серваке, потому что в таком случае мой испанский стыд был бы еще больше. Для тех, кто не знает, что такое испанский стыд. Испанский стыд — это когда кто-то один косячит, а кому-то другому, кто рядом находится или кто на это все смотрит, становится стыдно. Ну, вот такой вот парадокс. Так вот, ребят, мой испанский стыд просто до безобразия огромен в таких ситуациях. Я сейчас объясню, что было. Один из зрителей задонатил ютуберу за то, что тот чекнет его аккаунт. И вот что этот ютубер дальше делает. Он открывает аккаунт, потом он включает задумчивое лицо, ну где-то вот такое вот, и делает вид, что он очень сильно в этом круто разбирается. Потом он начинает пытаться на ходу, как я понимаю, что-то от себя придумывать, делая вид, что он супер анализирует. Причем, знаете, с таким еще более задумчивым выражением лица, параллельно с тем, по нему видно, что он пытается каким-то образом не показать вообще там чего-либо на тему того, что я не понимаю вообще, о чем я говорю. Но я сейчас тебе расскажу, как правильно. И вот он открывает, вот на примере моего друга Александра, будем это все дело показывать, он открывает вот так вот статистику одного, ну, вот этого игрока, который задонатил, и делает, знаете, так, типа, ну, по мастерам, конечно, в принципе, ну, нормально, можно сказать. Ребят, что можно сказать по мастерам? Тут вот, допустим, у нашего Александра 148 мастеров. А вы знаете, на чем он эти мастеров получает? А может, он играет на четвертом каком-нибудь уровне или на шестом уровне, образно, да, там, на каких-то нижних левелах, на машинах, которые крайне редкие, и собирает этих мастеров, потому что на них планка не задрана, и он там хоронится где-то в кустах и делает своих 4 фрага. Ну ладно, хорошо, мастеров пропускаем, знак классности мастер — это действительно хорошо, если они получены честно, на каких-нибудь сложных машинах, вопросов нет. Дальше он делает следующее. Количество боев, ну конечно, было бы неплохо, но ты сам понимаешь, да, надо было бы немножко подтянуть, потому что... И тут зритель, он начинает в чате писать, что же мне делать с этим? Нет, даже нет, это, наверное, прозвучало вот так. Так что же мне с этим все-таки делать? И он говорит, ну давай сейчас попытаемся немножко глубже разобраться в том, что у тебя со статистикой. Зайдем, посмотрим в твои танки. Так, ну у тебя есть десятки, это значит, что ты до десяток дошел. Давай посмотрим самые популярные твои танки, вот на чем ты больше всего играешь. Ну, Химера. Ну, Химера — это понятное дело, что да, но все-таки для Химеры, ну ты сам понимаешь, да? Вот это вот ты сам понимаешь, и вот это вот псевдо-суперпознание в игре, когда ютубер перекладывает на своего зрителя обязанность понять, проанализировать, знаешь, ну, типа, если он сейчас напишет, нет, я не понимаю, то он совсем тупой. А если ты понимаешь, ну, тогда, что я буду там углубляться куда-либо. Ну, давай посмотрим на то, на чем ты здесь играешь в основном. Ну, вот, да, посмотрели, конечно, не очень. Надо тебе немножко подтянуть. Ну, вот, смотри, допустим, так вот листает, с умным видом листает, потом такой открывает первый попавшийся танк, такой... Ну, тут вообще, в принципе, там говорить не о чем, потому что, ну, ты сам, да, видишь, здесь не совсем ты дотягиваешь. И потом он выдает фразу, от которой просто у меня, там, я не знаю, мозг завернулся до безобразия, потому что он открыл, если я правильно помню, вот как у нашего игрока есть ТВП-ха, слава богу, вот он открыл, по-моему, ТВП, и такой смотрит и говорит, ну, тут, конечно, выживаемость у тебя подкачивает, надо немножко с выживаемостью что-то тебе решать. Но так, в целом, я бы сказал, неплохо, знаешь, так, неплохо. Какую выживаемость подтягивать? На чем? На машине, которую все разбирают? Да слава богу, что у него урон там средний был нормальный. Короче говоря, ребят, если вы хотите поддержать тот или иной канал, потому что вам нравится его контент, я имею в виду контент именно этого автора, то вы просто можете его поддержать через донатные ссылки, и для этого нет необходимости заставлять ютубера делать вид, что он сильно умный, но и при этом всем
пытаться выставить самих себя дураками. Ну, просто не заставляйте ютубера дураками вас выставлять. Вот и вся рекомендация. Ваша статистика – это ваша статистика. Вам виднее, на каких машинах играть. У меня, допустим, один знак классности «Мастер». Это мой пресс-аккаунт, я не так уж часто на нем играю. При этом моя статистика 53% побед. Я не считаю, что это круто, я не считаю, что это много. Но при этом всем, ребят, я стараюсь в боях. И если вам нравится играть на, допустим, там, тяжелых танках или на ПТ-шках, не слушайте никого по поводу того, что вам необходимо подтянуть еще вашу статистику на средних либо на легких танках. Играйте на том, на чем вам нравится играть. Не слушайте никого. И ни в коем случае не платите деньги за то, что вам будут, извините, писать в уши. Вот такое вот мое мнение по поводу чеков аккаунтов, которыми я лично не занимаюсь. По одной простой причине. Потому что, во-первых, я не супер игрок, а во-вторых, я не собираюсь делать вид, что я супер игрок, для того, чтобы вы мне что-то сбрасывали. Вот такая вот рекомендация. Относитесь к своей статистике более спокойно. А самое главное, ваша статистика должна состоять из количества улыбок и позитивного настроения, с которым вы выходите из боев. На данный момент у меня все. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствие. Пока-пока. Yeah.